Наша беседа сегодня будет проходить на английском языке. Если у вас будут вопросы, вы можете задать их на английском языке. Хорошо? Идея проекта «Экс-англокурсия» зародилась недавно. Это новый проект, который подразумевает изучение обычаев и традиций ислама на английском языке. Сейчас возникает интерес к языкам, и это очень модно, и мечеть не должна отставать. Для привлечения молодежи, для нас очень важно, чтобы молодежь тоже посещала мечеть, знакомилась с традиционным исламом, и поэтому много есть информации на английском языке. Первыми экскурсантами стали старшеклассники татарской гимназии и студенты. Как и предполагалось, общение с гостями проходило исключительно на английском. Экскурсия началась в холле первого этажа центральной мечети. Здесь гостям показали комнату для торжественного проведения обрядов. На втором этаже – приемную и молельную комнаты для мужчин. На третьем – большой молельный зал для женщин. Что такое минбар? Где в молельном зале расположено ласточкино гнездо? Эти и другие вопросы были заданы экскурсантам во время осмотра. За правильные ответы полагались призы. Спустившись снова на первый этаж, ребята побывали в библиотеке, расположенной в корпусе медресе. Там они узнали интересные факты о мечети. Говоря о проекте, его создатели отметили, что в будущем этот проект будет полезен для приема иностранных гостей и туристов и во многом расширит человеческие возможности. Надеемся, что и другие студенты подтянутся, те, которые чисто на английском языке. Вот, допустим, у нас в Татнефть иногда приезжают гости, иностранные гости. Они, то есть, вот чтобы этим гостям тоже был, где можно послушать именно про мечеть, про ислам, мы начинаем этот проект. Все желающие могут записаться на бесплатные курсы по знакомству с исламом на английском языке. Они будут проходить в центральной мечети города уже с 3 июня. И, конечно, главная мечеть города ждет новые группы для проведения экскурсий на английском языке. Ангелина Хабибуллина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.